Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Хочу поздравить всех с праздником. 12 июня, День России. Пожелать всем счастья, здоровья, ну и, конечно же, мирного неба над головой и всех-всех-всех земных благ. Ну, если честно, для меня этот праздник ассоциируется в первую очередь с выходным днем. И, наверное, это единственное, с чем он ассоциируется. Сегодня, конечно же, перекрывали Ленинский проспект. Наверное, там что-то происходило, какие-то мероприятия. Но мне сегодня другие дела, сегодня другие заботы. Сегодня мы с утра съездили в магазин. Съездили сегодня в магазин, фирменный магазин мясоперерабатывающего комплекса. Немножко закупились мясом. Сейчас пробежимся по ценам. Я обратила внимание по видео и по комментариям, что моим зрителям интересны наши норильские цены. Кто пишет, что очень дорого в Норильске, кто-то пишет нормальные цены, что у них в регионах практически цены одинаковые. Привет. Здоровайся, сыночек. Всем привет. Как же в кадр не попасть, да, Мирончик? Так, купила я желудок утенка. Вот эти желудки очень вкусные, нежные, они чистые. То есть их просто водичкой промыл, и все, не надо их ни замачивать, ни чистить. И главное, что они нежные и очень быстро готовятся. Так, желудки. А, ну вот скажу, что вот это все готовится. Вышло на 2818 рублей. Итак, желудки. Желудок 159 рублей. 159,50. Рагу из мяса утенка. Я с него сделаю утиный супчик из этого рагу. Рагу 240 рублей. Стоит вот эта упаковочка. Так, рулька свиная. 221 рубль за килограмм. Ребрышки деликатесные Мираторг. Килограмм 535 рублей. Дальше. Филе бедра цыплят бройлеров. 356 рублей за килограмм. Это у меня уйдет на фарш. Я готовлю фарш, курица и говядина. Ну и говядина 526 рублей. За килограмм говядина без кости. Смотри. Вот эти два кусочка. Один кусочек на фарш, один кусочек у меня. На мякоть. Так, и, друзья мои, купила я еще, обещала вам показать местную тушенку. Мирончик, дай мама покажет. Смотрите, сердце оленя ни разу не покупала, взяла впервые. Будем пробовать, потом как-нибудь расскажу. Это папе. Сердце оленя. Это папе, а это мне, а это тебе, да? Угу. А где Софья? Состав: сердце, вода, жир свиной, лук, морковь, соль, перец. Все. Ну, состав хороший. Так, оленина тушеная, высший сорт. Высший сорт. Тоже мы еще не покупали такую оленину. Состав: оленина, жир, сырец, говяжий, лук, соль, лавровый лист, перец. Все. Так, это высший сорт. И, сыночек, дай-ка вам покажет. Ну, такую тушенку мы покупали. Вкусно. Это просто оленина тушеная. Сейчас я ее открою и покажу. Нет, я, наверное, высший сорт сейчас открою, потому что это я знаю, что хорошее. Мы уже ее брали. Это выше. Смотри. Сейчас я отварю гречку и сделаю гречку с тушенкой. Это выше. Оленина, лук, лаврушка, перец черный. Мам, это выше. Да, так, давайте по ценам я скажу, что стоит тушенка. Так, высший сорт. Это вот это вот. 158,50. Оленина тушеная. Вот это 138. И сердце 136 рублей.
Так, еще я купила чай себе на работу. Дома мы листовой, заварной покупаем на работу. Чай 79 рублей 50 копеек. Где он у меня? Вот он. 79 рублей 50 копеек. И хлебушек 32 рубля. Мальчики, такой мальчики, кто... хлеб. Норильский хлебзавод мальчики, нарезной. Мальчики. Вот. Ну, конечно, этого мяса нам на месяц не хватит. Это так. Может быть, на пару неделек. Мам, помоги мне. Сейчас мы откроем тушенку и посмотрим, что там внутри в баночке находится. Очень удобно открывается. Не надо пользоваться открывалкой или открывашкой. Кто как говорит. Вай-фай. Так, давайте. Тарелочку сейчас выложим и посмотрим, сколько Вай-фай. Здесь мяса. Сказать, смотрите, жира практически нет, одно мясо. На вкус тоже вкусненькая. В общем, хорошая тушеночка. Также у меня сегодня по плану стрижечка, покрасочка. А вот куда я и направляюсь. Мой салон, где, куда я хожу, находится по улице Комсомольская. Хочу поснимать Норильск. Улица Комсомольская. Комсомольская, 14. В этом доме жила моя дорогая подписчица Валентина. Валентина, вас приветствую. И еще раз для вас ваш дом. И школа номер 6, где училась Валентина. Еще одна моя подписчица Дина. Так что смотрите, вспоминайте. Вот такие красивые виды на улицу Комсомольская. Низкая тучность сегодня. Такое тяжелое, хмурое, пасмурное небо. Давайте мы еще пройдемся с обратной стороны 6-й школы. Что же у нас находится на заднем дворе? Такая вот площадочка баскетбольная. Мусор. Тренажерчики, снежочек. Это задний двор школы номер 6. Хорошая детская игровая площадка.
Здесь, наверное, детский сад. По-моему, ясельки. Знаю, что где-то по Комсомольской улице ясельки. Вот это, наверное, они и есть. Нет, ничего не вижу. Температура воздуха сегодня 3 градуса, по ощущениям 0. Замерзли руки. Пройдем сейчас немножко по улице Комсомольская и дойдем до адреса Советская 8. Подписчица Дина жила по этому адресу. Советская 8 и ходила в школу номер 6. А, это 18. Комсомольская 18. Да-да-да. Там дом Валентины 14, школа 16. Вот это дом 18. А за домом 18 был дом Комсомольской 20, который в прошлом году благополучно снесли. Дом стоял долгое время в аварийном состоянии. И вот в прошлом году он был снесен. Караван. Здесь продуктовый магазин и кафе. Вот на этом месте, на этом пустыре стоял дом Комсомольская 20. А впереди вот как раз таки Советская 8, по-моему. Советская 8, да. А у меня салон вот в этом доме, Комсомольская 22. Вот Комсомольская 18. А вот здесь вот такое место не заасфальтированное, грязное, слякотное. Я вчера уже в видео говорила, что в Норильске... О, господи, испугали меня. Я вчера в видео уже говорила, что в Норильске кругом асфальт. И земли практически нету. Все заасфальтировано. И многие пишут, что, конечно, нет газончиков, нет травки. Но, с другой стороны, ребята, знаете, вот еще детский сад. Впереди. Да, детские сады практически в каждых дворовых коробках располагаются. Так вот, что касаемо травки, газончика, вы знаете, у нас настолько короткое лето, а бывает, что его вообще не бывает. Поэтому нужны ли вот они, эти газончики, земля и травка? А вот такая погода как раз-таки, когда дождь, то есть весенне-осенняя, она у нас гораздо больше количество времени, нежели лето. Поэтому пусть уж лучше будет кругом асфальт, идет дождичек, но несмотря на это грязи нету, потому что асфальт, потому что нет земли.
Ага, это это четвертый, советская 4, а вот советская 8, следующий. У меня еще просто есть время. Я немножко прогуливаюсь и покажу вам. Вот заходим во двор. Советская 4 и советская 8. Нравится мне этот двор. Он такой, знаете, спокойный, тихий, какой-то уютный, со своей атмосферой. Аккуратненько огорожено. Место для мусора. Дома покрашенные, светленькие, чистенькие. Вот тоже комментарии пишут по поводу того, что надо красить дома, выглядит все очень убого. Вы знаете, дома красят. Дома красят каждое лето. Но невозможно выкрасить одновременно весь город. Каждое лето идет покраска определенного количества домов. Очень хороший дом, вообще нравится мне. И дом, и двор. И асфальт здесь хороший, смотрите, без ямок. Вот, дома, конечно же, красят. Но покраски этой хватает ненадолго. Буквально через пару лет дома уже опять начинают облупляться. И выглядит уже не так свежо и чистенько, как хочется. Понимаете, у нас условия, северные условия. Здесь совершенно иной климат, не такой, как на материке. Суровая зима, ветер. Тоже вот гаражи. Про эти гаражи недавно в местных новостях говорили о том, что они очень затрудняют ремонтные работы. Они все закрыты, как правило, найти невозможно владельцев этих гаражей. И ремонтные работы не производятся в подвальных помещениях таких домов. Советская 6. Да, вот в этих дворах, в сталинских домах, конечно, атмосфера совершенно другая. Поэтому все у нас красится, все у нас ремонтируется. Но не все сразу. Все сразу сделать невозможно. Ну вот, Дина, прошлась я по вашему двору. Я думаю, вам будет приятно увидеть свой дом и свою школу. Ну и, конечно же, Валентине еще раз посмотреть также на свой дом и на школу номер 6. Такая прогулочка у меня сегодня. Дождя нету, но ветер. Ну, дождик он периодически, то идет, то не идет. Рука отмерзла, нос замерз. Ну вот, друзья мои, такая у нас с вами сегодня получилась прогулочка. А сейчас у меня будет женская радость. Я обязательно вам покажу, что получилось. Навела я красоту, сбрила височек,
Я его так долго отращивала, но не могу. Не мешается. И раньше всегда висок сбривала. Мне так удобней. В общем, обошлось мне это в 4800 рублей и 4 часа работы. Все, устала. Пойду домой спать. Ну, не пойду, а поеду на такси. Жду такси. Всем пока-пока.